Сергей Михалков. «Пена». Комедия нравов. Махонин Павел Павлович. Предприимчивый человек. Махонина Раиса Марковна, его супруга. И ничего более. Викторина, их дочь. Вполне самостоятельная девушка. Альбина, ее подруга. Божественная дурочка. Полудушкин. Нужный человек. Кочевряжнев Эгигий Петрович. Бессердечный человек. Кочевряжнева Антуанетта Ивановна, его супруга. Дамы с претензиями. Тамара, секретарша. И этим все сказано. Солома. Головастый мужик. Просов. Простодушный человек. Действие происходит, к сожалению, в наши дни. Раиса Марковна, я, пожалуй, это дело оставлю, а сам пойду. А что это вы нам там еще принесли, если не секрет? Ну, какие от вас могут быть секреты? Самовар. Самовар? Угу. Такой самовар, зачем нам самовар? Да не знаю, дело хозяйское, Павел Павлович просил достать самовар. Я достал. Отличный, я вам скажу, самоварчик. Электрический? Зачем электрический? Электрический я бы искать не стал. Позвонил бы на базу приятелю, запросто взял. А вот старый, медный, попробуй найди. А я нашел. Я не понимаю, зачем ты Пал Палчу? Понадобился старый медный самовар. Я не понимаю, это странность какая-то. Вроде он его кому-то подарить хотел, я так понял. Достань, говорит, мне старый медный самовар. Даю тебе месяц срок. За 2 недели нашел. А вот лебеди летели, обрали пуху, вот лебеди летели. Вот лебеди летели. Опа! У меня дальний родственник со стороны покойной жены на утиле работает. Ой. На приемке. Вот он там мне его подобрал. Ну, естественно, зубным порошком надрали, замши прошлись, бархоточки протерли. Солнцем горит. Лично, Павел Павловичу какие-то тихие фантазии в голову приходят. Самовар из утиля. Раиса Марковна, что вы... Вам на голову вашего супруга грех жаловаться. Павел Павлович, это... Павлович. Не будь у него этой самой головы на плечах, он своего бы в жизни не взял, до вершин бы не добрался. Прямо вершины. Ну не скажите, Раиса Марковна, не скажите, в определенном смысле вершины. Ну не Эльбрус, не Казбек, конечно, но вершины. Павел Павлович это... Павел Павлович. Лицо с положением, персональный оклад, ученая степень, чем не вершин? Я вам так скажу, я как-то с халтуба летел над Кавказским хребтом. Глянул вниз, не все горы снегом покрыты. Попробуй-ка доберись до верхней точки. Дух выпустишь. Ну, а толк что? Он добрался, он до высшей точки. А толк что? Что он делает целыми днями, Павел Павлович? Только и знает, что бегает, хлопочет, просит за кого-то. А ведь он с науки начинал. Он в 25 лет, он диссертацию защитил. В 25! Вот вы говорите, что Павел Павлович все чужими делами занят. Так с большого и спрос большой. А что тогда тем говорить, кого в депутаты выбирают? Я вам так скажу, если есть возможность посодействовать, чего же не пойти навстречу? А Павел Павлович только трубочку снять, кто откажет. Все его знают. Он всех знает. В определенных кругах, конечно, в пределах, так сказать, досягаемости. О, вот, это точно вы сказали. Вот именно в пределах досягаемости. Ничего, придет время, не все сразу. У вас Корняк есть знакомый? Мне родственники из Иркутской области шкурки соболиные прислали, немаркированные.
Скорняк нужно. Я вам позвоню. Угу. Я подожду. Лаптями интересуетесь? Какими лаптями? Обыкновенными, лыковыми. Один архитектор, умелец, свободно от работы время, сам плетет. 5 рублей пара. Кто же их носит, и лапти-то? Ну, о чем вы говорите, Раиса Марковна? Что значит носит? Носит, не носит, а вот на стенку вешают. О, мода такая пошла. В одном интеллигентном доме ему сразу 24 лаптя заказали. 2 дюжины. 3 недели их плел. 24? И все на стенку? Не, ну зачем все на стенку? Они лучше придумали. Они гостям в прихожей вместо тапочек раздают, чтобы паркет натертый не топтали. Гость приходит, ему сразу лопаточки на обе ноги и шаркает по паркету. И паркет целый к фольклору приобщается. Хорошие лапки возьмите, повесьте на стену. Что, ненормально? Модно, главное, все так делать. Чего же вам подставать? Красиво. Да я-то что ж, такие мы сувениры даже на стенке и не вешаем. У нас все больше из Африки, из Азии, вот, маски. Ну, если насчет лаптей надумаете, вы мне шепните, я вам мигом организую. Мне этот сам архитектор по рублю с пары скинет. Я ему липовый лык из Костромской области по дешевке достаю. Шанель. Поехала я, Раиса Марковна. Надо еще в одно место заскочить, боюсь, не успею. Да, скажите Павлу Павловичу, бумагу, пищу я ему достал, на работу забросил. 5 пачек по 500 листов, высший сорт, чистый импорт. А как насчет туалетной, я просила? Вы имеете в виду пипифакс? Ну вот. Обещали в одном месте. А рулонов 20. Нет, 30. Берите сразу, мне и сюда, и на даче нужно. Ну, я понимаю. Чего вы? Должны мы вам что-нибудь, или как вы самим договорились? Ну, нет, не волнуйтесь, мы договоримся, все в порядке. Что, я вашему супругу и так по гроб жизни обязан. Он меня на всемирную литературу подписал. 200 томов. Читать я их вовек не прочитаю. А куда ставить? Квадратных метров маловато. В общем, у нас свои расчеты, с наступающим вас. Раиса Марковна, как говорится, дай бог, что все на данном уровне оставалось. Не, вот насчет уровня этих слов вы, Павел Павлович, только ради бога не говорите насчет уровня, это он не любит. Павел Павлович, это... Павел Павлович, конечно. И на работе, и дома все об одном, а перевыполнение плана думает. Он не любит это, когда на одном уровне. Это я, как говорится, чтобы не сглазить. Да, чудесный вы нам елочный набор достали, там же было 2 взять, или 3 сразу, это я не догадалась вам сказать. Вообще, не знаю, как мне вас благодарить, просто не знаю, что бы мы без вас делали. Ну, Раиса Марковна, что вы говорите? Такой уж я человек. Нужник. Как вы сказали? Кто вы? Я говорю, нужник. Нужный, стал быть, человек. Ну, всего наилучшего. Райончик. Ну? Здравствуй, дорогой. Здравствуй. А я решил пешком пройтись. Ну, вот и молодец. Так славно. Ну-ка, ножку. Дышал. Опа. Вот это да. Ну, что за мужик? Ну, просто золотой. А, и самовар словно золотой. А, тульский самоварищ. Кто ж там надо? Ну-ка, тебе ножку. Нравится? Это произведение самоварного искусства. Ты смотри, Павел, 5 медалей, а? Это дореволюционные знаки качества. А ты что, ж чай, что ли, из него собираешься пить? Зачем чай? Зачем чай? Зачем чай? Он мне для дела нужен. Для какого дела?
Ну, ты помнишь Сигизмунда Парамоновича? Какого Сигизмунда Парамоновича? Ну, мы еще прошлым летом к нему на дачу заезжали. Он нам свой участок показывал. Помнишь, шашлыки-то жарили, а? На костре. А, да, я помню Сигизмунда Парамоновича, ну. Ну, так вот он начал самовары собирать. Самовары. У каждого свое, как теперь говорят, хобби. Кто что собирает. Так вот, он самоварами увлекся. Так вот, под Новый год он от нас его и получит в виде презента. А знак внимания в определенных жизненных условиях дороже денег. Так, зачем же тебе Сигизмунд Парамонович, а? Сигизмунд Парамонович на пенсию давно вышел. Ну и что, что на Ну, понимаешь, тут одна акция намечается. Так вот, если вовремя меры не принять, можем в больших дураках остаться. В жизни-то ведь так. От того, что один промолчит, другой вовремя рот раскроет, у третьего человека судьба меняется. А тебе мало, да? Мало тебе своих забот, своих хлопот? Мало тебе? Тебе мало своих советов? Ну ладно, все! Мало! Все, не сбивай меня. И не волнуйся, пожалуйста, за меня. Твой Махонин в полном порядке. В полном порядке твой Махонин. Ну, меня хотят послать в Соединенные Штаты. В составе делегации из 5 человек в порядке обмена. Так что лучше, знаешь что, готовь-ка мне чемодан и жди сувениров. Ладно, вот. Нам так. Эти сувениры уже некуда ни ставить, ни вешать. Ладно, были бы сувениры, место мы всегда им подберем. Что нам не подойдет, другим передарим. В Америку, говоришь, посылают, да? Да, вроде, да. В порядке обмена, да? Ага. Вот мне только интересно, на кого это они тебя обменять хотят? Не знаю, это не моя забота. Да, слушай, мне позвонили, что в министерстве моя кандидатура обсуждалась и встретила полнейшее одобрение. Вот так. Вот так. Ага. Вот так. Ну зачем? Да, кстати, ты знаешь, кто меня активно поддержал? Нет. Прыгунов. Ага. Все, выходит, не зря. Я с ним 5 раз на охоту ездил. Ага. Прошлой весной ему лучший шалаш уступил. Зимой отдал ему самый лучший кусок лосятины, а ты вот все ругалась. Я не ругалась, я беспокоилась, я за тебя беспокоилась. Вы в этих ваших шалашах больше напьете, чем набьете, а сердце и так у тебя беспокоит тебя. Ну, ты понимаешь, что я ведь сам-то много не пью, я все больше другим подливаю. А, кстати, междугородний не звонил мне? Нет, а что? Жду я тут одного телефона, понимаешь, его все нет и нет. Сам пози, возьми и позвони. Да я позвонил, я этого самого телефона-то не знаю. Чего, кому нужно, тот сам найдет время, позвонит. Да это мне надо-то, мне, а не кому-нибудь. Да, чуть не забыл, Новый год будем встречать у Прыгуновых. Что такое? Я уже с ними договорился. Очень интересная компания. Подбирайтесь там, понимаешь, один будет генерал с женой. Ага. Вот, потом какой-то там секретный академик, ага. Ну или что-то в этом роде, ага. Без жены. Угу. Этот архитектор, угу. Лауреат премии, угу. Еще там кое-кто. Так что все, с Новым годом вопрос решен. Все. Ну что такое? Это ты решил? Да, я решил. Самостоятельно, да? Не посоветовался, да, со мной, я думаю, молодец, что я правильно. Разумно, ага, разумно, да, решил. И я говорю, правильно, старые молодец. Старые знакомства, ага, сохраним. Ага, с, да, новыми людьми познакомимся. Помните, и, да, и живут они поблизости. Все одно к одному. Молодец, все. Я не пойду к Прыгуновым. Меня не интересует компания засекреченных генералов. Я не понимаю, а что это, интересно, тебе не нравится? Ничего, я пойду куда-нибудь в другое. Я пойду куда-нибудь в общественное место. Да, куда это ты пойдешь, интересно? Что, в ресторан, что ли? Зачем, да, в ресторан? Я в клуб пойду, где встречается творческая интеллигенция. Я просто хочу посмотреть на действительно интересных людей. Ты бы нашла время, когда на них смотреть. Они же все пьяные, да, будут. Когда это все впечатление испортит. Когда вот мне смотреть-то на них? То когда? Ты что, в кино, что ли, меня водишь? А что? В театр мы с тобой бываем. Это а мы с тобой посещаем? Не ходим.
ходим. А что? А мы бываем, не да. стыдно. Ага. А не мы с тобой ага. ходили в этот, понимаешь, а? В как его-то. А вот в как его мы ходили. Да подожди, да, ну, в театр эстрады. Ага. Слушали, понимаешь, этого, как его-то. Джорджа Марьяновича! Правильно, слушали сидели мы. В третьем ряду, седьмой, восьмой кресло. Я же все помню. Что был, то был. Не надо да, преувеличивать. Это было, но это было не ради меня. Это было ради этого бородатого, которого ты схватил потом. И два часа с ним разговаривала. Я одна как дура за столиком сидела. Правильно. Три порции мороженого съела. Охрипла вся. Вода. Не так скажешь было. Так. А потом вы еще помнишь, в темноте по чужим ногам шлепали, к своим местам пробирались. Публика на вас шикала. Я, милая моя, ничего не забыла. Ну, ничего. Пойми, у меня не было другой возможности встретиться с профессором бабулей. Ну, это хорошо, что он без жены пришел, но она и поговорить бы нам не дала. Но в театр мы ходим не часто, но ходим. Да. Что было, то было. Не надо передергивать, да, понимаешь. Правильно, ну, вот это и все. Было. А уж я тебе заявляю, ну, что лично я, да, я вот лично, да, в клуб иду на встречу с творческой интеллигенцией. Вот так ты пойдешь. Иди, иди. Алло. Да. О, черт. Добрый вечер, Павел Павлович. Здравствуйте. Ой, какая у вас очаровательная елочка. Да, а у меня хуже. Да. А почему-то вы ее не зажжете? А можно я зажгу фонарь? Можно. Вам все можно зажигалать. Вообще делать, что хотите. Ой. А Викуша дома, Павел Павлович? Понятия не имею. Я сам только что пришел. Да вы поднимитесь к ней. Ну, я думаю, что она пройдет. А как вы себя чувствуете? Хорошо. А где вы так загорели? В президиумах. На меня все время светит, вот я и загораю. А я, вы знаете, кварц на лицо принимаю 3 минуты в день. Ой. Ну, я вся обгорела, вся. А вы, по-моему, похудели, Павел Павлович. Да ну, где там? Вы не сидите на диете? А нет, на ней не сижу, нет. Теперь же все сидят на разных диетах, даже мужчины. Ой. Кто на американской, кто на китайской, а кто-нибудь вообще одну воду пьет. Кошмар. Я 5 дней ничего не ела. Чуть не умерла от сердечной слабости. Ну, теперь опять все ем. Молодец. Видите, во что превратилась? А что? Страшненькая, да? О, куда худеть, зачем худеть, куда же вас худую деть? Чего смешно? Нет, я худеть не собираюсь. Во-первых, мне некогда, а во-вторых, мне приемы мешают. Но на приемах не пить, не есть. Это же можно нервы расшатать. Да ну что, я вас понимаю, Павел Павлович, ну что? Ну я пойду, потому что мне нужно обсудить массу вопросов. Ну, где встречать Новый год? Да. Ну и посекретничать. Ну, посекретничать. Чай будем пить? В кухне накрыла. Павел Павлович, извини за позднее время. Разреши побеспокоить, Павел Павлович. Ну, давай, заходи. Ой. Смотри, пожалуйста. Ой, садись. Ну, что случилось-то? Ой, сейчас расскажу. Дай отдышаться, Павел Павлович. Ты сейчас задохнулся. Что, у нас лифт не работает? Работает только, я его ждать не стал, Павел Павлович. Ну, это напрасно. Смотри, надорвешь, сердце загонишь. Какое там сердце? Какое сердце? Прям не знаю, с чего начать. Растерялся я, просто честное слово. Что стряслось? Я вот то же самое, что просто никак понять невозможно. Жил, и вдруг на тебе сюрприз. А ну какой? Какой сюрприз? Выкладывай. Ты откуда, из райкома пришел? Нет, не из райкома. С женой что случилось? Со мной ну, случилось. Успокойся, выпей. В поликлинике был. Фу ты, черт. У врача, что ли, был? У врача. Ну, что он у тебя нашел? А вот это самое, что никак в голове не укладывается. Слушай, ты, по-моему, никак выпил, а? Хватанул. Вот я вижу. Хватанул, понимаешь, по дороге. Но тут, ежели не хватит, совсем мозгов лишить. Ну, ладно, неважно, рассказывай. Так вот я за этим и прибежал, папа. Значит, собрался я после Нового года в отпуск. За свой счет. Ты мне тогда еще заявление подписал, помнишь? Ну, помню. Вот, ну, достали мне горящую путевку в Карловы Вары со скидкой. И говорят, что нужно курортную карту оформить. Mm-hmm.
Вот. Ну, почему-то мы не пообследоваться, раз такое дело. Машины то на профилактику стоят, а тут и живой организм. Ну, значит, смочили мы эту самую путевочку, чтобы не горело, и к врачу прихожу. Сидит новенький, не мой лечащий, мой сам болеет. А это, видимо, только что испекся. Но все равно врач. Врач должен свое дело знать, раз диплом получил. Ну, значит, рассказываю я ему, так, говорю, и так хочу, говорю, пообследоваться на ходу. Раздеваюсь, как положено, до пояса. Стою, лежу, сижу. Прослушал он меня и молчит. Ну, думаю, обнаружил. Да ну ладно, тебя обнаружил. Познавать, видимо, я спохватился со своей профилактикой, да. Павел Павлович. Нет. Ну, сидим, молчим и друг на дружку смотрим. Ну, как спрашиваю доктора, что там у меня? Да. А он сквозь очки на меня смотрит и молчит. Что значит молчит? Что он так тебе ничего не сказал? Сказал. Ну? Сказал. У вас, говорите, нет сердца. Чего? Да ну не валяй дурака. Ну что так за... я его спрашиваю, Юрик, как же так? Как же так нет сердца? Да. А где же оно? Да. Не знаю, говорит, патологический случай. А как же, спрашивают тогда, пульс? Да. А что, говорит, пульс? Пульс у вас есть. А что, спрашиваю, у меня тогда это тут и бьется-то? Не знаю, говорю, что у вас там бьется, только это не сердце. Я говорю, а что же мне тут это покалывает-то после выпивки-то? Не знаю, говорит, но, скорее всего, это, говорит, пузырь. Пузырь? Пузырь, говорит. А то, что вы, говорит, ощущаете в грудной области, то это, говорит, наверное, это остаточные явления. Ой, мне ноги не держат. Да ну, сзади, не валяй дурака его. Ну, подожди, ну, в молодость. Когда тебя там на военную службу брали, тебя же обследовали. Ну. Сердце было у тебя. Так я же ему говорю. Ну. Я говорю, было у меня сердце, как сейчас помню, было. Да. Когда я в военном оркестре служил, то меня как-то капельмейстер после парада даже похвалил. Вы, говорит, Кочевряжнев, от всего сердца играете, потому и звук у вас, говорит, такой сочный. Ну что он тебе на это сказал? А он мне говорит, я это не исключаю. И то, что вы в военном оркестре играли, не исключено. И то, что в молодости у вас было сердце, не исключено. Но, говорит, с годами оно, говорит, видимо, рассосалось. Сошло на нет, говорит. Тебя рентгеном-то просветили? Просветили. На пленку брали? Брали. Что увидели? Ничего не увидели. Нет, говорит, у вас сердце, и все тут. Не нашли. А что это? Смотрели хорошо, не спьяну, нет так вообще? Да вроде нет, и их двое было, и сестра еще про них. Они сначала промеж собой пошептались, а потом мы просветили. А как же, спрашиваю, я тогда живу-то? Да. На каком основании? А вы, говорит, не живете, а существуете. То есть? Вот так не живу, а существую. Понимай, как хочешь. Стоп, 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 стоп. Вот скажи, тебе... Разрешили ехать в Карлово-Вар? Разрешили. Курортную карту дали? Дали. При тебе? При мне? Покажи. Вот. Вот. Только ты вслух читай, папа, чтобы да я ладно. Понял. Да. Ну? Редкий диагноз они тебе выставили. Благоприобретенное бессердечие. Вот. А как это понимать-то? Да не знаю, это уж тебе виднее. Во всяком случае, я бы на твоем месте в это самое... в Карлово-Вары не ездил бы. Не надо. Да ну что, ну что, приедешь, а у тебя нет сердца? Ну да. Это что, советский человек без сердца, да? Ага. Ты знаешь, в такую прессу попадешь. Зачем это тебе надо? Ну, отдохни где-нибудь у нас, в нашем сердечно-сосудистом. Да. Что ты, ну... Павел Павлович, а может мне еще куда обратиться по медицинской части? К более квалифицированному специалисту. Может, они восстановят то, что рассосалось? Я пока никому ничего не говорил. Я вот к тебе первому прибежал с этой так новостью-то. Ну, ладно, ладно. Давай-ка чайку попьем и помозгуем. Садись. Да. Вы совершенно правы, Юра, когда говорите, что есть люди, которые готовы
променять все цвета радуги на обыденную бесцветность, лишь бы иметь душевный покой. Они устали бороться. Да, 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 да! Но ведь этих людей тоже можно понять. Да я их понимаю. Гораздо легче их осудить, чем разобраться в драматургии их чувств. Да, 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 да. Да. Ну, в общем-то, фильм скучный. Ну что ж, одни рассуждения, никакого действия. Да я чуть не заснула. Лапонька, это же почерк Бергмана. Кстати, насчет действия как раз можно поспорить. Это безумно интересно. Он думать заставляет, понимаете, думать. Думать о чем? А, ну я тогда. О смысле жизни, детка. Я лично хожу в кино, чтобы развлечься. А думаю я и так целый день. О чем, бедняга? Простите, пожалуйста. Пап, да. Познакомься, пожалуйста, это Юра. Очень приятно, Павел Павлович. Очень приятно. Просов Юрий. А дальше? Просто Юрий. Юрий Сергеевич. Это не обязательно. Да, я уж вижу, это, пожалуй, уже не обязательно. Но не буду мешать молодежи. А, ну, значит, до завтра. Вы уходите? Да, как договорились. Мне подняться или подождать в машине? Я в 6 часов освобожусь в редакции, и через полчаса я буду у вашего подъезда. Хорошо, я спущусь. Спасибо вам за все. И вам спасибо тоже за все. До свидания. Bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Привет. Славный мальчик. Очень симпатичный. Он далеко уже не мальчик. Ему, наверное, лет 35. Что-то я его у тебя раньше никогда не видала. Он что, критик, что ли? Так во всем разбирается? Журналист. У тебя с ним роман? Да нет, только на днях познакомились. Но он ухаживает за тобой. Не поняла еще. Ну, а Валерия, ты видишь? Он к тебе не заходил? Слушай, ты же мне еще ничего не рассказал о вашем свидании. Оно состоялось? Ну, конечно. Ну, я к тебе пришла специально для того, чтобы тебе рассказать, обсудить ситуацию. Но при этом Юре же неудобно было. Ой, ну, конечно, неудобно. А потом ему неинтересно было бы. Ну, давай, рассказывай. Дождаться прям не могла, когда он уйдет. Ну, рассказывай. Значит так. Ну? Я ему все-все рассказала, как ты меня учила слово в слово. Ничего не перепутала? Что ты, я тогда все записала, выучила наизусть как урок. Могу повторить? Давай. Только ты меня не перебивай, а то я забьюсь. Давай. Значит так. Вы не думайте. Я не такая дурочка, как вам кажется. Во-первых, если хотите знать, я специально стараюсь казаться глупенькой, чтобы вы почувствовали себя Макаренко. Я вижу, вам нравится эта роль. Молодец. Во-вторых, что-то я сама от вас ничего особенно умного не слыхала, поэтому изо всех сил старалась вам соответствовать. Молодец. В-третьих, еще Андре Маруа, если он вам, конечно, известен, сказал. Что же сказал Андре Маруа? Сказал,
женщина должна быть настолько мудра, чтобы скрывать свой ум. Не говоря уже о том, что глупость женщины божественна, как гениально заметил Вертинский Александр Николаевич. Умница. Он удивился твоей эрудиции. Он просто растерялся. А потом говорит: о, как вы заговорили. А я ему говорю: да, вы еще не такое от меня услышите. Дальше как события развивались? Дальше. Дальше мы сидели за столом, на котором горели свечи. Мы пили шампанское. И вдруг он встал. Обошел меня со спины. Вот так обхватил меня руками. Повернул меня к себе. Пристально посмотрел мне в глаза и спросил: интересно, в какую игру вы со мной играете? Что ты ему ответила? А что же я ему могла ответить? Мы с тобой такой вопрос-то не предвидели. Ну, даже не могла промолчать. Что ты ему сказала? Промолчала. А разве так сразу ответишь на такой вопрос? Интересно, что бы ты сказала? Ой, я бы посмотрела на него так же пристально, как и он, и тихо со значением сказала бы: я играю в любовь, и моя игра стоит свеч. И указала бы на свечки, которые горели на столе. Вот так. Ой, остроумно! Тихо, спокойно, успокойся. Ой! Какая же ты все-таки находчивая! Но после всего этого-то он же пропал. Куда пропал? Как сквозь землю провалился. Теперь, если появится, что ему сказать, как себя вести? Вообще, хотелось бы знать, что он обо всем этом думает. Нет, ты знаешь, я пожалуй, запишу все сначала. Стоп, подожди. Чтобы я не забыла. Постой, нет. Он, кажется, собирался в какую-то командировку. Да. Что касается его отношения к тебе, то время покажет. Я полагаю, ты ему нравишься. Ты так думаешь? А почему ты сомневаешься? Ты же должна знать себе цену. Вы обаятельны. У вас прекрасная фигура. Вы владеете иностранным языком. Уже не говоря о носике, с которым бы я просто поменялась. Ты должна нравиться всем мужикам без разбора. Но широкий вкус. Я же не умею разговаривать так, как ты. Запомни, такие интеллектуальные женщины, как я, нравятся только избранным. Легче жить божественной дурочке. Точно. Я похожа на такую. Очень. У меня только на тебя одна надежда. Ты ведь такая умная, как змея. Что это? Да! Я тебе совсем забыла рассказать. Со мной на работе вчера такой случай произошел, просто кошмар. Веду урок. Один студент-иностранец уставился на меня, смотрит, таращит глаза. И все. Я ему говорю по-французски: «De quoi pensez-vous?» О чем вы думаете? А он, представляешь, отвечает по-русски: «Vivet?» Знаете. Тогда я ему говорю по-русски: прекратите. А он, представляешь, отвечает нагло так, по-французски: не прекращу. Жаме. Слушай, я тебе придумала потрясающую работу. Какую? Читать детям сказки по телефону. Я так не понимаю. Так. Достаешь хорошие детские книжки. Распределяешь их по возрасту. Младший, да, школьный. Находишь, ну, по знакомству, естественно, 12 семей, где есть дети этого возраста, договариваешься с родителями по телефону и читай. Каждому ребеночку по полчаса в день сказку. По десятке с каждой семьи, 120 рублей в месяц, 6-часовой рабочий день, ни одного налога и никакого коллектива.
Идея? А если они меня слушать не захотят, трубку бросить? Ну, ты должна их заинтересовать как-то. Алло? Да. Сейчас. Вика, тебя. Только не задерживай, я жду междугороднего звонка. Быстрее. Иду, иду. Алло. Ой, это вы, пропащая душа. Он! Где пропадали? А, вчера прилетели. Что? Как поживает наша очаровательная? Вы хотите сказать, наша божественная? Да, вижу иногда. Звонили ей? Никто к телефону не подходит? А вы знаете, она пользуется успехом, и поэтому не сидит по вечерам дома. Будешь с ним говорить, нет? Что ты? Что ты? Не знаю, что ему сказать. Валерий, подождите одну секундочку, пожалуйста. Ко мне кто-то пришел. Ну-ка, иди сюда. Быстро иди сюда. Скажешь ему для начала одну фразу. Благодарю вас за тишину. Какую тишину-то? За то, что он не тревожил тебя своими звонками. И послушай, что он тебе ответит. На. Благодарю вас за тишину. Да, это я. Я. А что, меня сразу не узнали? Очень плохо. Что? Чем я занималась все эти дни? Чем я занималась? Сосредотачивалась. Я сосредотачивалась. Ну, что ж, не понимаете. Ну, вот сразу видно, что вы не Макаренко. Нет. Что? Чем мы сейчас занимаемся? Чем сейчас? Болтаем, балда. Болтаем, балда! Что ты говоришь? То есть я хотела сказать... А я хотела сказать, что мы тут сидим. Косточки всем промываем. Сплетничаем. Что? Покататься с вами по городу? Покататься? Да катайся! Катайся! Ты хотел сказать? А я хотела сказать, со мной катайся. Что? Через 5 минут выходить? Хорошо. А куда мы поедем? Куда глаза глядят? Ничего, это интересно. Только вы, пожалуйста, не опаздывайте. А то я на морозе всегда простужаюсь. Бай, бэби! Ну, я его заинтересовала. Да, ну да. Ну, знаешь так, я тебе позвоню, посоветуемся, все обсудим, все запишем, а все обговорим. Бай, бэби! Привет! Так, сколько времени-то сейчас? Ой. Ну что сделать? Ну что? Бесполезно. Егей-гей, ты, в общем, так, не падай духом, ничего близко к сердцу не принимай. Какого сердца? Ну, ладно, подожди, забыл я, ты ничего жене своей не говори. Так, не надо, не беспокойте Антонину Ивановну, она у вас такая впечатлительная, и идите. Куда? Туда, я говорю, к врачу какому-нибудь другому пойдите, а еще лучше к профессору. Да. Правильно. Профессору. А ты только покажи мне еще раз эту твою курортную карту. А зачем? Но мне нужно, что-то мне фамилия врача показалась знакомой. Вот. Ну, правильно, так и есть знакомая. Мишкин. Слушай, не родственник ли он нашему Мишкину-диспетчеру, который на днях помер-то? А? Ну,
И что, что родственник? Что, что родственник? Он же врач, а Мишкин диспетчер. Мне же не диспетчер диагноз выставил. Ой, я лучше пойду, вы меня извините. Идите, 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 ничего. Все обойдется, все будет нормально. Мишкин. Тут что-то там... Это выдумать надо, а? Егиги, а? Егиги. Ведь это выдумать надо, имя такое, Егиги, а? Ведь это в святцах отыскать надо, имя такое, Егиги, а? Что ты возле себя таких кретинов держишь? Ладно, ладно тебе, понимаешь, почему это зам должен быть умнее, чем сам? Ты елку погасила? Погасила я ее там. Смотри, там, там. Давай отдыхать. О, Господи, наконец-то, слава Богу. Ну, вот о, Боже. Ужас какой-то. Все. Ой, Междугородние. Что такое? Междугородние. Солома. Что ты бормочешь? Какая солома? Где телефон? Где фу, телефон? Неужели она взяла? Телефон, зачем берешь телефон? Ну, зачем? Что это такое? Тихо вы! Алло. Что это такое? Вечная история. Алло, да. Да, да, ну и Махонин, Махонин слушает. Да, соединяйте, пожалуйста, соединяй. Алло? Ну, наконец-то, слушайте, ну... Ну, нельзя ж так, я просто истрадался весь, ну, ну жду, весь день жду вашего звонка, а? Да у меня все готово. Ну, как условили? Да. Ну, будет сделано, будет сделано. Ну, когда приедете? Когда? Да не, ну, когда? Сообщите дату, ну, не задерживайте, ну, пожалуйста, Хорош. Обнимаю вас. Обнимаю. Ох, ну ладно, давай отдыхать, все в порядке. Кто? Чего ты, чего ты? Кто? Тебе звонил еще? Че, консультант, у меня работа без него стоит. Да? Да. А при чем тут Солома? Фамилия у него Солома. Фамилия, да? Нет. Да, нет. Да, нет. Что это вы там печатаете, Тамарочка? Не мешайте полудушки, не то опять я печатаюсь. Я сегодня третий раз все списки перестукиваю. Уж не к награждению или? Есть к награждению, меня не забудьте между строчек приписать. Без единой награды существую. Какое там награждение? Списки печатают. Все, кто нас с Новым годом поздравил, и кого мы поздравили. Ну и как? Дебет с кредитом сходится? Нет, так сказать, разночтения. Просто пока еще не все ясно. Те поздравления, что до Нового года пришли, я сразу зарегистрировала. А их, которые до сих пор приходят, сегодня еще 5 штук принесли. 2 из-за рубежа. От кого? Одно от фирмы, а второе до сих пор не можем разобрать, откуда. Да. Много у вас хлопот, Тамарочка, с этим делом. Как я погляжу. Сочувствую. Не говорите. До Нового года неделю не работали, на поздравлениях сидели. А после Нового года третий день все сверяем, подсчитываем. Палыч говорит, что это важнейшее звено в цепи отношений. Опять же, поздравляем по 3 спискам. Кто у нас уважаемый, кто многоуважаемый, а кто и вовсе дорогой. Вот так поздравляем,
Регистрируем, а потом вычеркиваем. Это кого же? Кого? Поздравителей. Да. Вот, допустим, смотрю я в список и вижу. Ёлкина мы поздравили. Стало быть, с ней все в расчете, вычеркиваю Ёлкина. А. А вот Палкина мы поздравили, а он отмолчался. Но. Галочку ставлю или вопрос. Есть над чем референту подумать, свои выводы сделать. Опять же, Палычу доложить. Вот кого повычеркиваю, с теми до следующего года расстаемся. Итак, все сначала, от праздника до праздника, целый год. Знала бы, что мне на этих поздравлениях придется сидеть, ни за что бы не пошла к Палычу в личные секретари. Нашла бы что-нибудь попроще, в техническом отделе, где в таком объеме не поздравляют, где этому вопросу не такое значение придают. Да Полупупкин это! Честное слово, мне уже перед праздниками кошмары начали сниться. Сплю и вижу, будто я вся в целлофане, а на мне огромными золотыми буквами написано: «Желаю личного счастья». Я вся в холодном поту просыпаюсь. Да, конечно, товарищ, поздравлять людей надо, но не до такой же степени. А то ведь штурмовщина в общественном масштабе получается. Да я не против поздравлений, да пусть я поздравляю на здоровье. Но ведь когда какие-то обиды, расчеты, просчеты, да ведь еще не на свои, а на казенные, ведь совсем другой коленкор получается. Я вам так скажу, лучше побольше красочных настенных календарей печатать. Вот Павел Павлович просил меня достать пяток экспортных или импортных настенных календарей. Ой, Плудушкин, как мне это надо? Достал. А чем мне это, извините, стоило? А что вам это стоило? 5 билетов на елку и 2 Анны. А как вы Анну Керн, Анну Ахматову достали? 2 блока сигарет Кент плюс фактическая стоимость книг. А Кент как? Получил благодарность за одну небольшую услугу. Достал 3 билета в сатиру одному товарищу из Министерства торговли. Бедный Полудушкин. У вас я тоже вижу карусель. Да. Крутимся маленько, Томочка. Крутимся. Работа такая. Работа у нас такая. Полудушкин, если мне что-нибудь будет нужно, я вам обязательно сообщу. Томочка, доложили бы шефу, 40 минут прохлаждаюсь тут у вас. Сейчас доложу. А, сам вызывает. Да, Павел Павлович. Тамара, что, списки готовы? Да, перепечатала, Павел Павлович. Вот. Давай. Так, профессору бабуле я на особом бланке послала, как вы велели. Да. А этот из Новосибирска, что вас каждый год поздравляет, да, опять вас Петром Петровичем окрестил. А мы-то его что, тоже поздравляем? Что? Павел Павлович, ну зачем вы поздравляете, если на который год неправильно ваше имя и отчество пишут? Да. Тамара, вот эти глянцевые... редкий бланк, ты сохрани до будущего Нового года. Мы текст поздравления будем прямо в них впечатывать. Все ясно, да? Мы ведь так делали всегда, да, правда? И будем делать? Ну вот и будем делать второстепенным лицам. Что у тебя еще? Павел Павлович, телеграмма пришла. Ну что ж ты молчишь? Давай сюда телеграмму. Надо было сначала телеграмму дать, а потом уже разговоры. Какое сегодня число? С утра было 5-е, Павел Павлович. 5-е. Выехал 3-го Красноярск. Я не понимаю, почему из Красноярска? А, ну да, ты это... Ну, хорошо. Значит, сегодня будет здесь. Что еще? Полудушкин дожидается. Срочно зови, нужен. Больше ничего, Павел Павлович, я могу идти? Да, ступай. Ступай. Тамара, да, стоп. Чтоб все это вот было в последний раз. Хорошо, Павел Павлович, извините. Я ведь, кажется, давал тебе указания, да? Давали, Павел Павлович. Я не понимаю, что у тебя... Юбок, что ли, нет? Павел Павлович, дело в том, что я сегодня вечером собиралась поехать за город. Ну хорошо, чтобы не переодеваться. Не будем разводить полемику, не будем. Дома, пожалуйста, в чем угодно можешь ходить, хоть в этих, как они у вас называются? Бикини, Павел Павлович. Вот. Дома хоть в них, в бикинях можешь ходить, а на рабочее место изволь
в юбке садится. Усекла? Усекла, Павел Павлович. Зови Полудушкина. Так. Заходить, что ли? Бегом. Можно, Павел Павлович? Ты что там штаны просиживаешь? Почему не заходил? К Тамаре не пускал. Тамара, ну что у тебя? Все в порядке, календарики достал, как просили, 5 штук. Японской, с дамами, гейши. Хорошо. 3 путешествия по СССР. Ага. Все разные, между прочим. Да, понимаю. Байкал. Да, да, да. 5-й экспортфильм, портреты героев, Смоктуновский, Бондарчук и другие подобные. Очень они мне нужны, да. О, какая... вот. Что ты думаешь? Что это мне, что ли, все нужно? Да что-то эти знакомые навалились. Я понимаю, Павел Павлович, люди просят, надо пойти навстречу. Да. Конечно, я же вашу просьбу всегда выполню, потому что вы мне тоже никогда ни в чем не отказываете. Ну, ладно. Естественно. Ладно. Будет у тебя телефон, будет. Я уже бумагу заготовил. Вот спасибо, Павел Павлович, вот спасибо. Я знаю, вам не откажут, вам же отказать невозможно. Вы и до министра дойдете, министр вам не откажет тоже, пойдет навстречу. Ты знаешь, зачем я тебя вызывал? Нет, записывать. Не надо, так запомнишь. Мне срочно нужна отдельная однокомнатная квартирка со всеми удобствами. Понятно. Какой срок? Пожизненно? Да нет, месяца на два. И что в центре, и чтоб с телефоном. Ну, ясно. Се лави. Жизнь. Ну, что ты с ума сошла? Да нет, я такими глупостями не занимаюсь. Меня жены вот так хватает. Я понимаю, папа. Да нет, тут один консультант должен из Красноярска по моим делам приехать. Вот, а в гостинице на такой срок прописать не могут, а мне нужно месяца на два. Вот так. Угу. Ну, на пару-троечку дней придется в гостинице определить, пока квартирку подберем. Это он и неделю проживет. Да, кстати, номерок в гостинице ты ему сейчас же подыщи, платить буду я. Рублей 150 за 2 месяца не жирно будет? В крайнем случае я свою квартиру уступлю, сам к брату перееду, он тоже один живет. А у тебя ж без телефона. Так телефон-то недолго поставить. Ух, подлец, ух, хорош. Ладно, ладно, посмотрим, как ты вести себя будешь. Что еще у тебя? Еще хотел вам сказать, Павел Павлович, очень хорошее впечатление на всех произвело, когда вы в почетном карауле на похоронах нашего Мишкина немного постояли. Все этот факт очень положительно отметили. Ну, а что же они думали, что я не приду, что ли? Да и вам прямо скажу, не ожидали. Ай-яй. Что вы? Простой диспетчер Мишкин помер, и вдруг вы лично в карауле с повязкой на рукаве. Ну, что особенного-то? Что особенного? Ты помрешь, я и у тебя постою. Да еще на гражданской панихиде непременно выступлю. Скажу, какой ты был распрекрасный, нужный человек. Заранее благодарю, Павел Павлович. Хотя, конечно, хотелось бы это выступление несколько оттянуть. Ладно, оттянем. Желаю тебе кавказского долголетия. Благодарю вас. Вот так дела идут. Контора пишет. У себя? Угу. Один? Угу. Я зайду, свиристелка. Не помешал, Павел Павлович, не занят? Заходи. Ты разве еще не в отпуске? Когда едешь, бессердечный человек? В пятницу.
Что, нашлось сердце-то? Нашлось. Лишь надо такое написать, Павел Павлович. Да, здорово он тебя разыграл, здорово. А ты как-то отклюнул. Так ведь доктор же, Павел Павлович. Ну, кто мог предполагать, что он нашему Мишкину племянником доводится? Садись. А почему ты нашему Мишкину тогда в квартире отказал? Он же был первоочередником. Я знал, что он помрет. Он был неизлечим. Ну, дали б мы ему квартиру, все равно бы он долго не протянул. И что бы мы выгодили? Сначала бы квартиру потеряли, потом человека. У нас всего 2 однокомнатных было. Жаль, конечно, Мишкина, но что поделаешь. А кому эта квартира досталась? Да квартира. Что ты говоришь? Я говорю, кому эта мишкинская квартира досталась? А провели мы с ней одну операцию. Вот. Выделили, так сказать, на улучшение. Вот. Да бог с ней. Я проверю. Я ведь знаю эти штучки. Что еще у тебя? Павел Павлович, я к тебе... По поводу нашего ученого совета. А. Вот я набросал здесь один списочек. Давай. Посмотри. Половину, а то и больше, надо заменять. А я что тебе говорил? Я ведь всегда бываю прав. Это верно, Павел Павлович. Сейчас у нас не ученый совет, а птичий базар какой-то. Вольница, понимаешь, запорожская. То им не нравится, это их не устраивает. Куда это годится, Павел Павлович? Ученый совет должен быть таким инструментом в наших руках. Какой нам нужен? Кто это? Свиньин. Свиньин? Да. А зачем ты Вертихонина вставил? Он же дурак. Ну и что, что дурак? А проголосует как умный. Я и Фикашкина по этой причине наметил. Он хоть и не дурак, а начальству в рот смотрит. Кого хочешь завалит, а кого нужно будет, проведет, только намекни. Ну хорошо, ну а зачем ж ты Ай-яй-яйкина оставил? Ты шут с ним, с Ай-яй-яйкиным, Павел Павлович. Двое у нас таких, двое. Ай-яй-яйкин и Ахахашкин. Ну и пусть против уступают, пусть даже против голосуют, пусть. Зато свежая струя будет у всех на виду. Ведь 1-2 ничего не решает. Решает, слава богу, большинство. А в большинстве у нас здоровый, спаянный коллектив. Разве я не прав? Эти ученые советы, сколько же они людям крови-то перепортили. Ты знаешь, я сейчас вспомнил, когда я выходил на защиту кандидатской, что они со мной сделали. Это ж про как я жив остался. Ну, молод, конечно, был, вынослив. Ой. Да, кстати, Павел Павлович, а как с докторской подвигается? Ужасно трудно, ужасно. Ты знаешь, я просто вот не знаю... Сижу, как проклятый, и ночами, и все выходные праздники. Ужасно трудно. Просто ужасно трудно. Не знаю, может быть. Может быть, еще в этом году выйду на защиту. Может быть. Да. Теперь с этим строго стало, не как раньше. Теперь ВАКу большие права даны. И в случае грубого нарушения установленного порядка этой самой защиты, они запросто... Ученые степени и звания отнимать могут. Слушай, ну ведь правильно же. Правильно. Да просто давно пора дать ВАКу большие-то права, а то развелось у нас этих липовых кандидатов, липовых этих докторов. Просто пруд пруди же, противно. А мне-то чего бояться? Чего мне-то бояться, волков бояться в лес не ходить? Ну, ясное дело, попытка, как говорится, не пытка. Ну, я пойду, Павел Павлович. У меня на 12:00 небольшое совещание назначено. Значит, обо всем договорились, списочек у себя оставишь. Да, я оставляю, я еще помозгую, пошлифую. Ну, я пойду, Павел Павлович. Кстати, тут одну девчину нужно на работу устроить. Запиши фамилию. Потусторонняя Лидия Андреевна. Андреевна, записал. А что она делать может? Чёрт его знает, не знаю.
Возьми ее в лабораторию. Куда? Лаборанткой нужно. Помоги. Будет сделан, Павел Павлович. Прекрасно. Молодой человек, вы к кому? Я к Павлу Павловичу. Он меня ждет. Сейчас доложу, откуда вы. Это не важно. Важно, что я здесь, а он меня ждет. У нас так принято. А без доклада я вас не пропущу. Доложите. Павел Павлович, да. Вот напускают к вам. Товарищ Солома, рад вас видеть. Наконец-то заждался. Прошу. Строгие у вас, однако, порядки. Нам все равно, что сено, что солома. Вы прекрасный секретарь. Шефа надо охранять. Прошу. Ко мне никого не пускать, меня нет, я в министерстве. Пожалуйста. Прошу вас. Значит, будем работать. Значит, будем работать. Товарищ Солома, могу я быть с вами откровенным? Не здесь. Привет. Здравствуйте. Сидят? Сидят. Раис Марк, а? Я, пожалуй, это дело оставлю, а сам пойду. А что это? Что это вы нам еще принесли? Если не секрет. Ну, какие от вас могут быть секреты? Билет для Соломы. А, я и не знала, что Солома-то, оказывается, этот у вас квартировался. Ну, а почему не пойти навстречу нужному человеку? Поискал, поискал, мы квартирку на стороне свою уступил. Два месяца, не два года. Да, но он, выходит, вас все-таки как-то стеснил, и тут... Не, ну почему именно стеснил? Зато я теперь с телефоном. А-а-а. В момент поставили. Вы знаете, я монтёрам еще лишнюю десятку накинул, так они мне две дополнительных розетки поставили, такой рыжий польский аппарат принесли. А это красивый, большой дефицит. Имею связь со всеми точками. Солома уезжает? Уезжает, вот взял ему на третье число СВ. В Харьков едет. А я жду. Дела меня ждут. Павел Павлович, этому Соломе все условия для работы создал? Ну, ясное дело. Ученый человек приехал, надо его в соответствующие условия определить. Ага. Чтобы голова работала. Да, Павел Павловичу нужны хорошие помощники. Билет взял? Все в порядке. Паш, я подам? Спасибо, нет, все сам, я все. Все сам, ничего. Так, значит, вы считаете, что у нас все в порядке, можно рассылать? Можно рассылать. Прекрасно. Вот только... Что только? Видите ли, Павел Павлович, да. Мы написали для вас диссертацию, но это пока еще не все. Так. Это пока еще полдела. Мы с полной ответственностью подводим
соискателя к защите, а там уж он должен сам свой ум и разум приложить. Надо организовать, ну, вы понимаете, режим продавливания. Я понимаю. Я имею в виду официальных оппонентов, саму организацию процесса защиты, отзывы и так далее и тому подобное. Безусловно, должен вас предупредить, что немаловажное значение имеет и сама подача материала в процессе защиты. На аудиторию производит хорошее впечатление внешний вид соискателя, его манера держаться, дикция, ну, да, и интонация. Да, это понятно. Чисто психологический фактор, но сбрасывать его со счета не рекомендуется. Да. Впрочем, об этом мы поговорим с вами несколько позднее. Оппоненты у вас определены? Ну, а как же? А как же? Вот уже профессор Бабуля дал свое согласие и рекомендовал еще одного покладистого человека. Доктор наук потусторонний, обещал подумать и ответить. Но я его уже, племянница, взял к себе в лабораторию на работу, так что все будет в порядке. Значит, можно рассылать. Можно рассылать. Так. Вот только... Не понимаю, что только? Да нет, ничего. Как говорится, дело сделано, пора и домой. А, вот вам и билет СВ, пожалуйста. Благодарю. Пожалуйста. Кстати, Павел Павлович, да, вам спасибо за комфорт, за соцбытусловие. Ну, о чем вы говорите, ерунда. Значит, можно рассылать? Можно рассылать. Так, хорошо. Вот только... Что? Только. Видите ли, Павел Павлович, не хотелось бы к этому вопросу подходить однозначно, но вы же знаете, я работаю не один. У нас целая творческая корпорация. На счету этой корпорации достаточное количество подготовленных ею кандидатов и докторов наук. Наш первый и основной принцип – чистое сливочное масло – безо всяких суррогатов. И вот это сливочное масло у вас на столе. Казалось бы, можно намазывать его на хлеб, но... Что? Но? Видите ли, Павел Павлович, вы извините меня, конечно, за откровенность. Пожалуйста. Но корпорация считает, что в данном конкретном случае она переработала в какой-то мере, и что прежние условия должны быть несколько... изменены. К сожалению. Не понимаю. То есть, как изменены? В пределах разумного. Вы обратили, например, внимание, Павел Павлович, что мы из простых научных отчетов сделали? Как их изложили, как препарировали. Не понимаю. Я вас понимаю. Видите ли, товарищ Солома, мне все-таки хотелось бы, чтобы мы с вами... Мне бы тоже этого очень хотелось, Павел Павлович, но повторяю, я не один. У нас внутри тоже... свои пригорки и бугорки, есть более меркантильные люди, есть менее, но... Но что но? Что ах, но? Павел Павлович, не хотелось... Существуют различные степени подготовленности кандидатов. В данном конкретном случае мы были на голом месте. Простите, я все сказал. Вы, вероятно, забываете, что я... Что вы? Вы знаете, Павел Павлович, отчего пал Рим? Отчего в свое время пала Византия? Не знаю. От излишеств, от огромного количества никому не нужных предметов роскоши. От них надо избавляться, и по возможности легко. Вы читали у поляков
Чему учат уроки истории? Нет, я не читаю поляков. Уроки истории учат, что люди не обращают внимания на уроки истории. Учтите, Павел Павлович, мы ведь тоже не каждого, не всякого. Конкурс из 7 рекомендованных одну кандидатуру берем. Нам важно, чтобы человек был вроде вас, надежный и с перспективой. А как же? Вы идете вперед, мы стоим на месте. У вас впереди будущее, у нас настоящее. Если в пределах разумного. Может быть, вы перекусите у нас? Нет, благодарю вас. Я должен забежать в библиотеку, сдать кое-какие фолианты. Товарищ Солома, вы можете мне только совершенно, конечно, откровенно ответить на один вопрос? Если смогу. Скажите, почему вы до сих пор без степени? При вашем таланте, вашей эрудиции, вы все это в два счета могли бы организовать. А на кой? Если откровенно, Павел Павлович, да. Зачем мне эта степень? Вам в вашем положении она открывает, так сказать, голубые дали, заманчивая перспектива, а мне? Ну, получу я степень кандидата, ну, прибавят мне к зарплате несколько десяток. Меня это мало устраивает, а так я получаю... Если хотите. Моральное удовлетворение. Мы цементируем общество. Умный малый, головастый мужик. Помог он тебе, Паш? Проконсультировал твою работу, ты доволен? Помог, еще как помог, ты даже не представляешь, как он мне помог. Ведь у меня же абсолютно нет никакого же времени там сверять цитаты. Он все перепроверил, выправил, сверил весь автореферат, отредактировал некоторые чертежи, там схемы. Перечертил. Нет, ну я, конечно, тоже в долгу-то я не остался. Что-то... Ну, в общем, надо за все заплатить сейчас, и все. Пашка. Что? Зря. Что зря? Зря. Ты все это затеял. То есть? Зачем тебе это? Зачем тебе это? Ходил бы в кандидатах. Чем плохо, Паша? Зря. Возможности нельзя держать про запас. Если ими не воспользоваться, они уйдут без возврата. Ходил бы в кандидатах. Я 25 лет хожу в этих самых кандидатах. 25 лет, ведь это же четверть века. А мне, слава богу, уже за 50. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Вот. Защищу докторскую. А там, глядишь, со временем в член коры выбьюсь. Пашка, ты в академике метишь. А чего ты испугалась? Чего ты испугалась? Уж если я пойду в академию, так это уж посмертно. Тут пожизненно, я хотел сказать. А гроб жизни пока концы не отдам. Жаль мне тебя, Пашка. Жаль. Сколько у тебя нервов на это зря уходит, Паша. А завистники? Сколько завистников кругом? Вчера на приеме ко мне Ая Яйкина подошла. Слухом, говорит, земля полнится. Паша-то, говорит, докторскую собирается защищать. Я говорю, собирается. Собирается, говорю. А я ей говорю.
Все в порядке. Я говорю, все в порядке будет у него. Она говорит, когда же это он только у вас успевает? Он же у вас такой перегруженный. Я говорю, успевает, успевает, говорю, ночами не спит, без отпуска, без выходных. Она говорит, ну что же, говорит, дай-то Бог, дай-то Бог, дай-то Бог. Чокнулась и пошла. Ладно, а зачем ты вообще с ней разговариваешь? Пускай спасибо скажет, что ее мужа в новом составе ученого совета оставили. На волоске висел. Кабы не я, так вообще бы он, понимаешь? Гусей лучше не дразнить. Вот поверь мне, гусь. Слушай, скажи ты мне лучше, зачем ты обрядилась в эти брюки? О. Не идут они тебе с твоей, понимаешь, фигурой. Пускай там Альбина, Викторина, ты куда за ними тянешься? А дурак-то, а? Ну ладно. Ну дурак ты, хоть и ответственный работник, а не современный человек. Это брюки, это практично, это удобно, это модно. Ну хорошо. Это модно, это модно. Это джинсы бразильские. Я их, знаешь, с каким трудом достала? Фирма, о! Ну, перестань, перестань. Чем это, я хуже какой-нибудь твоей министерши, что ли, да? Или что, я хуже какой-нибудь известной киноактрисы такой? Хуже я, да? Лучше. Лучше. Ну я просто, я не люблю. Просто не люблю, когда женщина надевает эти самый... Да. Зачем ты этот парик на себя нацепила? Не идет тебе этот седой парик, понимаешь? Ты в нем как в папахе. Черт. Что же это такое, а? Ой, парик ему не надевай, да? Здесь она надеет. Ему не надеет. Здесь она надеет. Что же это такое? Ой. Да не мужское! Это дело каждый выходной пойдет. Бабьи дела совать! Я ж тебя не спрашиваю, чего ты вот в этот вот олимпийский костюм вырядился с твоей-то фигурой. Тоже мне мастер спорта по подъему тяжести. Ладно, ладно. Три раза по 100 граммов в постель, да? Крути, иди отсюда, пусть разговаривай. Современный человек. Все он понимает. Это ему не носи. Это ему... Нет, ничего, я просто... О, Господи, говорю, настроение у меня тут немножечко испортилось. А, я думаю, я не вовремя, может, это... Да нет, я говорю, просто мы тут немножечко повздорили. По семейным обстоятельствам. А вы, Альбиночка, почему к нам давно не заходили? Может, вы повздорили с Викусей? Что, Райс Марк, разве это на нас похоже? Просто я совершенно замоталась со своими личными делами. Я ведь замуж вышла. Иди ты. А когда? Когда? Вчера. Ну. Фактически-то я еще не вышла. Но дала согласие. А за кого? За кого? За кого? Кого, так сказать, осчастливила? Одного. Ну, это естественно. Моего бывшего студента. Он, правда, моложе меня на 5 лет. Ну, совершенно незаметно. Он загорелый. Островитянин. Я что-то не поняла. За иностранца. Ну, сейчас. Ой, я. Сейчас. Райзман, да он очень симпатичный молодой человек. Очень неплохо говорит по-русски. О, боже мой. Он неплохое европейское образование. Знаете, как за мной ухаживает? Пригласил меня после свадьбы познакомиться со своими родителями на островах. На острова собралась, значит, а?
Нет, чтобы с Викториной-то сначала посоветоваться. Ведь она тебя любит, она бы тебе что-нибудь подсказала. Ведь всегда советуетесь, а тут... А Раиса Марковна, знаете, так все как-то стремительно получилось. Да, просто... я вижу, теперь уже поздно советовать. Ну-ка, дай-ка мне его сюда. Ничего, только вот с Викуськой никогда не поздно посоветоваться, понимаешь? Она умная, она что-нибудь подскажет. И за тобой же этот ухаживал, этот, как его, этот... Валерка. Валерка. Дипломат. Дипломат, Валерка, ну. Пустой номер, Раиса Марковна. Ухаживал, ухаживал, а за границу без меня уехал. Не пишет даже. Разочаровался. Вообще, Раиса Марковна, мне катастрофически не везет. Все началось со встречи Нового года. Меня уверили, что по какому-то там гороскопному календарю нынешний год будет годом тигра. Встречать его нужно обязательно в полосатом. Я с большим трудом по знакомству достаю на один вечер полосатый брючный костюм. В таком виде, как зебра, являюсь на встрече Нового года. Меня, оказывается, все разыграли. Потому что нынешний год не год тигра, а год канарейки. Все были в желтом. Вот и выхожу замуж. Не за дипломата, а за этого вот моего студента. И с работы уволилась. Ой, вообще не везет, Раиса Марковна. Ой. Это Викуська. Она умная. Она подскажет. Она все это с канарейками разберется. Я-то этого ничего не понимаю. Идем. Она умница у меня. Викусь. Вот. Вот она моя Викуська. Привет. Вик. Ты куда пропала? Ой, не звонишь, не заходишь. Да у меня очень кстати, что ты здесь. Здравствуй. Я оставила шампанское. Мама, где у нас чешские фужеры? Ну, где фужеры? Они в серванте, фужеры. Где они еще могут быть? А что, собственно, произошло, а? Отец дома. Отец дома. Один. Один. А что, собственно, произошло? По какому-то все поводу, а? Отец! Юрочка. Что? Что ты кричишь? Иди сюда. Юрочка. Пожар, что ли? Здравствуй. Юр, открывай бутылки, разливай по бокалам. Здравствуйте, Павел Павлович. Что происходит? По какому поводу? Сейчас все узнаем. Смотри. Ай, полежи же такое. Сейчас. Ой. Молодец. Мамочка. Что такое? Спасибо. Алиночка, это твой. Интересно. Отец, тебе нужно особое приглашение? А, нет. Так. Юрк, ну начинай. Только поторжественнее. Дорогой Павел Павлович. Чего? Уважаемая Раиса Марковна. Да-да. Извините, я очень волнуюсь. Дело в том, что ваша дочь Викторина Павловна, одним словом, Вика, дала согласие стать моей законной женой. А? Супругой. Дорогой Павел Павлович. Чего? Я обещаю вам никогда и ничем вас не огорчать, а Викторину, вашу дочь, я обязуюсь любить до конца своих дней. А. И я сделаю все, чтобы она была счастлива. Клянусь, мы любим друг друга, прошу у вас ее руки. Сердце я ему уже отдала. Иди ты! Теперь пусть все за нас выпьют и до дна, пожалуйста. А? Папочка, приди в себя, чокнись зятем. А? Мам, Юрка отличный парень, я его люблю. Ну, а что особенного? А ничего! Молодцы, ребята, молодцы. Давайте, молодцы, ребята. Будьте здоровы, ребята. Счастья я вам желаю. О, Господи, Боже мой. Хорош. Какой, а? Жить мы будем у Юры. Да.
У него двухкомнатная кооперативная квартира в ЖСК «Вечная перышка». Молодцы. Отец? Да. В ближайшее время я обещала сделать тебя дедом, а маму бабушкой. Нет, готовьтесь, нет, внуки, нет, не за горами. Зачем ты сразу? Ты мам, ты что с тобой? Ты плачешь? Мамочка, ну ты же сама так выходила замуж. Ты мне сама рассказывала. Ну, милая моя, другое время тогда было. Ну, другое время. Значили, помнишь, другое время. Ну, Ика. Ну, я тебя поздравляю. И вас, Юра, я тоже, я вас поздравляю. Ну, я вам желаю. Ну, ой. Кто-то пришел. Ну-ка, пойди к Викусь, посмотри. Откройте. Кто там еще? Быстренько, пойди, открой дверь. Ну, кто там еще пришел? Что? Там какой-то иностранец, Альбиночка, тебя спрашивает, говорит, уже полчаса в скверике ждет, а ему, видите ли, некогда, у него самолет улетает через полчаса в Лондон. Ой, товарищи, да я ж совсем забыла. Это же Джозеф Осага Агот-Боас, мой будущий муж. Давай сюда своего Сагу с Буасом, понимай. Не надо, чего? Не надо, он загорелый. Да не боюсь я его. Гулять так гулять! Гулять так гулять! Будьте здоровы, дорогие мои! Будьте здоровы!